Итак, ребята, я хотел бы только сказать то, что если вот сейчас эта серия набирает 500 лайков, то сразу выходит новая серия. То есть, если эта серия набирает 500 лайков, то сразу же, я еще раз повторюсь, сразу же выходит новая серия или следующая серия, как вам угодно называть ее. Если сейчас или в протяжении нескольких часов после выхода этой серии набираем 500 лайков, сразу выходит вторая серия за один день. Поэтому, ребята, решайте вы, хотите ли вы видеть новую серию, две серии за один день или нет. Если да, то прошу вас поставить лайк. Ребята, на этом я заканчиваю то, что я хотел сказать, и давайте приступим к нашей новой серии. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в нашем мире покемонов, ловить, искать их и также искать новые приключения на нашу задницу. Ребята, начинаем мы возле нашего озерка, где мы недавно построили и беседку, и на задний дворик, и место для загара, и все другое. И, в принципе, ребят, сейчас мы будем отсюда продолжать идти ловить покемонов. Что мы делали в предыдущей серии? Мы занимались поимкой покемонов в саванне. Мы словили, дайте я вспомню, кого мы словили. Сейчас лучше не буду вспоминать, а сразу пойдем и посмотрим, кто у нас появился с предыдущей серии. Появился у нас Кангас. Кан, если я правильно прочитал, Нидоран ФМЛ и Дудуо. Дудуо. А кто у нас остался в саванне, кого мы можем словить? Дайте я подумаю. Ну вот мне подписчик мой написал, что в саванне остался еще Дито, которого мы не словили. И, кстати, да, спасибо, потому что я, если честно, вообще забыл про Дито. Дито у нас нету. У нас нету... Дито. У нас нету Ченси. А, мы не словили. И у нас нету Таурос, мы тоже не словили. Это тоже замечательно. Идем в саванну на поиски новых покемонов. Но, как всегда, назло нам сейчас тут. Прикиньте, если нам еще раз сейчас Трайкоу заспавнится, я его просто в жопу пошлю, потому что это уже будет не смешно. Опа, 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 кто-то это только... А, ну да, кто же еще, если не Тауросы, да? А, ну, перед тем, Рарбосс. Ух, я даже не знаю, давайте, может, Рарбосса убьем, то есть... Босс нам больше вещей даст, которые можно будет потратить на Блисси, спустить вещи на Блисси, да? А других покемонов мы еще сможем найти и в будущем их словить. Кстати, ну смотрите, три вещи за три вещи нехиленько. Три Блисси за три вещи, можно сказать, даже удачно. Сейчас нам нужно словить какого-то Тауроса, хотя бы одного с этих троих или сколько их тут. Но, если вы помните, в предыдущей серии нам это... не получилось, потому что нам попался какой-то уж очень упрямый Таурос, который нам даже не разрешил прикоснуться к нему. И, как вы видите, походу еще точно такой же и в этой серии нам попадется какая-то паскуда прям настоящая. Да, ребята, я не знаю, что делать с этими Тауросами, я даже не хочу их бить, потому что они, зараза, умрут сразу, но давайте попробуем его хренакнуть Райхорном. То есть, смотрите, более-менее он справляется. Конечно, О, он еще хилится, нифига себе. Конечно, не рисковый Райхорн, как у нас, например, в предыдущих сериях. Не в предыдущих сериях, а в предыдущих сезонах был рисковый Глум. Да, еще там кто-то рисковый был. Я уже не помню кто. И вот, да, кстати, мы словили Тауроса. Это тоже круто, ребята. Опа. Это кто? Ченси, милая, здрасте. Ты нам тоже очень нужна. Замечательно. Ребята, как думаете, словим Ченси? Я бы очень хотел. Два покемона за пару минут это у нас будет. Это будет очень круто, если нам получится это сделать. Замечательно, ребята. И нам остался Дито. И знаете кто? Дратини. Я хочу эту заразу уже словить, потому что она уже мне компенсирует мозги. Знаете, мне человек написал, то есть тоже один из моих подписчиков, наверное. Ну как, наверное, если написал, то так оно должно и быть. Раз он знает, значит он смотрит меня, можно так сказать. То, что Опа, покебольчик. То, что Дратини спамится ночью. Я... не буду спорить, я не знаю, если это правда, то спасибо тебе за подсказку, просто знаете, в предыдущих
в версиях этого мода в предыдущих сезонах все было наоборот. То есть все спавнились там днем, покемоны все там, ну, эволюции спавнились. Например, сейчас Эликид и Манчлакс не спавнится. То есть в новых версиях Эликид и Манчлакс не спавнится, а зато в старых Эликид и Манчлакс спавнились. Поэтому, ребята, есть такие фигни, которые я не знаю, я, если честно, даже не знаю, где, когда и как они спавнятся. Вот, например, сейчас Дито тоже может так же спавниться ночью, а я просто не знаю, сейчас летаю. Саблей, ребята, давайте быстренько вернемся домой, выложим Саблея, мы его уже боссик, Свадлон, ну, более-менее, то есть, где он? Вижу, не пропадай. Нам осталось 4 уровня до Лукарио, то есть, до 100 уровня Лукарио. Это, если честно, очень круто. Ребята, не забываем то, что если эта серия набирает 500 лайков, прямо сейчас, если эта серия набирает 500 лайков, то сразу выходит новая серия. То есть, как только эта серия наберет 500 лайков, сразу выходит новая серия. И об этом, ребята, тоже не забывайте. Это и вам лучше, что вы сможете увидеть новую серию. И мне лучше, потому что мне будет приятно то, что вы поставили лайк. Куда мы сейчас будем идти? Ух ты ж, твою ж мать! Я только сейчас это увидел! Не гори, ясно, не нужно, чтобы ты тут горел, ясно. Я только сейчас нафиг это увидел. А-ла-ла-ла. Офигеть. Вот, главное, в предыдущей серии, когда мы это сделали, ничего не горело. Но сейчас все начало гореть. Ладно, это нужно латать. Тут все нужно латать. Офигеть, вот. Нахимичили беду себе возле нашего дома. Хорошо, что я сейчас заметил. Если бы я не заметил, то это бы еще больше разрослось. То есть пожар еще бы больше был и сожгло бы нам тут все. Ладно, жопа получилась с этой мусоркой. Или что это у нас должно было быть. Но ладно, то есть ничего такого страшного нету. Нужно будет еще полублоки сделать, и потом вот это мы все, ребята, залатаем. Но сначала нужно выкинуть весь хлам, который у нас собрался в инвентаре. Быстренько мы побежим домой. Это. Заметьте, где у нас дерево? Дерево у нас тут. Ну, давайте вот это возьмем. Сколько там нам нужно? Ну, я не скажу, что много. 6, мне кажется, штук хватит. Вот так. Вот это сюда. И замечательно. То есть, смотрите, ребята. О, там еще босс. Босс. Блиси босс! Я не хочу сейчас ТП-ха, точнее, не хочу сейчас идти. 331-294. 331-75-294. Замечательно. Фух, ну что, ребята. Я не знаю, у кого нам бы нужно было прокачать Ариадуса, но я боюсь, потому что он может перекачаться, это не очень круто. Давайте все-таки прокачаем Райхорна. 40 кусков опыта, мне кажется, он прям подавится сейчас вот этим всем опытом. Я не знаю, что вот это может... Так. Я не знаю, считать ли это за одну Блисси или нет, честно. Пока что не будем тратиться на Блисси, потому что тут маленькие уровни. То есть 30 уровень Блисси, мне не хочется на нее тратиться. И что я еще заметил, ребята, смотрите. Сгорело нафиг вот это все дерево. Мне кажется, лучше вот это убрать, потому что оно, ну, мягко говоря, не очень красиво стало выглядеть после этого происшествия возле нашего дома. Это сюда. Оно так должно быть. Если честно, я даже как-то... Ага, твою нафиг, то есть... Еще тут вот два нужно быть. Ребята, мы не будем сейчас идти спать. Ночь. А это означает, что время для охоты, ребята. Сейчас мы пойдем на охоту за бишарпами. Или еще куда-то. Так, знаете, что я еще хотел сделать? Это сюда. Возродить наше дерево. Как кто там возражается? Вроде Феникс пепла, да, возрождается. Это сюда мы поставим. О, Басяндра.
Драузи, Uncommon босс. Ну, Uncommon, то есть много опыта он не даст, и XP-шер нам вряд ли не даст, хотя про XP-шер уже, в принципе, даже мечтать нужно забыть, потому что XP-шер у нас больше в этом сезоне не будет, к сожалению, да. Но все же, хотя бы одну-две вещи это может выкинуть, и одна-две вещи пригодится нам для того, чтобы заплатить за Блисси. Вот две вещи нам, можно сказать, уже дали. Так, быстро, чтобы я не забыл координаты. Ну давайте, давайте возле острова. О, это я еще куда-то пихнулся. Что за фигня? Почему у меня пропадают... Так, минус 2400, значит я просто не туда-то пихнулся, уже начал кричать. Вот сюда. Да, вот сюда, замечательно. Ну что, Кьогр, ну что, твою нафиг. Только не говорите, что это залагалище. Нужно выходить. Ух, возвращаемся. Вот я перезашел. И что самое глупое, это... Минус 2375, минус 2300. Ну ладно, сейчас мы быстренько вылезем на эту территорию небольшую и потопаем наш остров. Я уже даже не знаю, надеется ли нам на то, что вылезет Лугия или, например, Дратини. А, нифига себе, это сохранилось даже когда я перезашел. Ну, давайте Дратини. Хотя бы Дратини. А не то, что Лугия, а не то, что Кьогр, да? Потому что надеяться... Вы меня, паскуды, троллите в этом сезоне прям до последнего какого-то предела. Охренеть, я сейчас с ума сойду. Это какой четвертый Суйкун, который спавнится в Дип Океане, где есть какой-то мельчайший пляж. Спавнится Суйкун, но за весь сезон нам не заспавнился ни один Кьогр, не заспавнилась ни одна Лугия, даже та же Дратини нафиг не заспавнилась. Зато заспавнились уже 4 Суйкуна. Иди ты в жопу, Суйкун. Все, ребята, у меня уже крыша едет. Ребята, что мне делать? Ну подскажите, что мне сделать с этими конченными легендами? Я сейчас с ума сойду. Что это за хрень? Идите нафиг, я уже не хочу видеть никого. Идите нафиг, мы возвращаемся к нашим любимым вишарпам. Твою мать! Я вообще туда тпхаюсь. Куда я вообще нафиг тпхаюсь? Я вот с этими тролль покемонами я сейчас просто с ума сойду, и все, идем проведать Энтея. Ну что это за хрень? Ну ребята, ну обезьяни мне, пожалуйста. Просто настолько тролли, что это суба. Они меня просто решили затроллить до последнего, пока Эдисон с ума не сойдет, пока нафиг головой не будет долбиться об какую-то стену, они не успокоятся. За весь сезон, где мы проводим практически пол серии в океане в надежде, что заспавнится хотя бы та же Дратини, а не то, что уже там Кьогр, не то, что уже там Лугия, да, чтобы хотя бы Дратини заспавнилась. Нет, оно будет спавниться по 10 суйкунов возле того места, где мы пробегаем, пролетаем, проходим. Будет спавниться по 100 суйкунов. Будем проходить где-то возле... Ну вот эту хрень, фиг, хотя бы даже попадешь на нее. О, нифига себе. Ну это не твою... Говорю, будет спавниться по хрень, его знает сколько... суйкунов возле того места, где мы проходим. И нам нужно словить других покемонов. То есть мы охотимся за другими покемонами. Но будет спавниться по миллион всяких других покемонов. Но не будет спавниться те, кто нам нужен. А будут спавниться те покемоны, которых мы уже давным-давно словили. И которые нам уже давным-давно не нужны. Это жопа просто. Что за тролли? Я не знаю, какой уже по счету Суйкун, я не знаю, сколько нам уже Райкоу заспавилось. Но самое главное, что... Ну, Кьогр, ну ты издеваешься, зараза.
и Кьогр, и Лугия, ну просто тролли. Ребята, тролли высшего класса. Это просто они оттачивают свое мастерство троллинга Эдисона. Прям уже не знаю, сколько там лет. Они меня уже все бесят. Это жопа уже с этими легендами. Я уже не знаю, идите в жопу реально. Я все. Вот вы, не знаю, может вы на меня обиделись в течение целого сезона, что никто не спаинится, просто-напросто меня все троллят в течение всего сезона. Но сейчас, паскуды, имейте в виду, что я на вас обиделся. Идите вы в жопу все, потому что это уже бред. Этот рандомный спаун-легенд, это просто убивает людей, потому что это нереально выдержать, вот этот спаун-легенд. Бишарпы, да, идите сюда, дайте мне хотя бы прокачать. О, еще один босс, как-то много боссов, легендарный босс. Вот так. Дайте мне прокачать хотя бы Ариадоса в этой серии. Ариадоса, которого мы перекачали в предыдущей серии, дайте мне... Да вы что, издеваетесь? Какая-то не очень удачная серия, как я вижу, в том смысле, что... Ну просто тролли-легенды какие-то... Не попадаем даже на покемонов, и еще будет хорошо, если мы еще опять кого-то перекачаем, да? Будет вообще зашибись. Да. Ну хотя бы нормально так боссов, а боссы это круто, потому что с босса выпадают шмоточки, и с помощью этих шмоточек мы можем расплачиваться с Блисси. У нас Блисси контракт. То есть мы платим за них, а они нам дают себя убивать. Ну а Ариадос уже какой? 52 уровень. Ну, что сказать вам, ребята? Три уровня за... Какие даже не за полночи, уже можно сказать, сейчас утро будет, вряд ли мы успеем. Да ты чё, я и говорю, ребят, какая-то не очень удачная. Это жопа какая-то, не серия. Ну прям честно, не очень удачная серия, прям видно. Я не знаю, ребята, что творится с этой серией, ну просто это жопа. Ну хотя бы Ариадос уже нормальный такой уровень, то есть... Да ну смотри, ну стоишь на месте полчаса, я кидаю покебол, он отходит. Что это же за... Я уже не знаю, что вообще горит, зато Ариадос уже 44-й, и если мы его успеем докачать до 45-го к рассвету, хотя, в принципе, уже рассвет, то есть если мы успеем до того времени, когда начнут пропадать Бишарпы, ну что, он там прокачался? Да, прокачался, ребята, замечательно. Дальше по счету у нас будет идти Райхорн, потому что еще там... Райдон должен быть, по сути дела, а потом Райпериор, или как он там называется. А для этого нам нужно хотя бы прокачать до Райдона. А я не знаю, если честно, каком уровне... Вот, только сказал, он начал эволюционировать. Бэм-бэм-бэм. Нам нужно прокачать не Райхорна, а уже Райдона к 50 уровню. Можно, в принципе, к 45, чтобы не париться. Ну, посмотрим. Я пока... На заднем плане покемон, которого мы меня уже не знаю сколько раз просили словить. Вот он, стой на месте, паскуда. Если ты сейчас пропадешь, я вообще выключу эту серию, потому что уже заказ. Во! Если мы ух, ребята! Если мы словим сейчас Глейгера, меня просто рассылуют мои подписчики. Я не знаю, если... Ну, не то, что рассылуют, но... грубо говоря, меня уже очень... Ну, не то, что... Ой, нет! Что? Что я сделал? Что я сделал? Ребят, это тупо неудачная какая-то серия. Ну просто не фартит нам во всем в этой серии. Что это? Я. Ребята, я вам даю слово, что я просто. Я не хотел. Что это за хрень вообще получилось? Это, знаете, это какие-то тупо. Автоматические какие-то рефлексы. Я не хотел ничего нажимать. Я хотел нажать на баг и потом выбрать какой-то покебол, чтобы словить
Глейгора, но я походу тупо заговорился, хотел сказать, вот, меня подписчики сейчас расцелуют, потому что они меня уже не знаю сколько серий просили словить Глейгора, и вот наконец-то мы его нашли, сейчас ловим. Как только твою мать я это сказал, я случайно, вместо того, чтобы заловить его в покебол, я случайно нажал и ударил его. Твою мать. Ребята, что творится с этой серией? Тролль Суйкун, который вместо Кьогра, вместо Райхорна проще 10 раз заспамиться новой легенде Суйкуну, чем заспамнить нам одного Кьогра или там одну Лугию. Твою мать. Что это вообще творится? Мы сожгли наш двор, сожгли дерево. Мы хрен попадаем в покемонов, они стоят на месте, как только мы в них кидаем, они отходят с места. И сейчас мы словили Глейгора, но хотели словить Глейгора, но он паскуда пропал. Ребята, я не могу. Я извиняюсь за эту серию, но... Но, как видите, мне просто в этой серии не фартит. Я не знаю, что это за фигня, но, как видите, мне просто не фартит с этой серии. Это жопа, ребята. Я прошу прощения, но это с ума сойти. Я не знаю. Ладно, если мы еще покемонов перекачаем в нашей качалке, я просто сразу выключаю эту серию, потому что это капут. Ладно, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я не могу, ребята. Я извиняюсь, но это какая-то неудачная серия в прямом смысле. Я просто не могу. Что это вообще творится? Если взять, совместить все неудачные действия, которые мы сделали в этой серии, то это просто какой-то сумасшедший нафиг дом. Третья Блисси, или даже четвертая, если считать босса, да? Четвертая, ну пускай пока что будет четвертая, я пока что не знаю. Мне с этой серии уже хватит впечатлений. Четвертая Блисси. Если ты сейчас перекачаешь нам Райдона, я выключаю эту серию, идите вы в жопу. Ладно, не перекачала, пятая Блисси. Шестая Блисси. Ну хотя бы не перекачала. Седьмая Блисси. Седьмая. Ну, уровни тут, конечно, не прям айс, но все же. Восьмая Блисси. Девятая Блисси. Ну и давайте, ребята, десятую Блисси. Я не знаю, что сказать. У меня просто нет слов. А вот, кстати, электробаза нам нужно словить, потому что, ребята, мы будем заниматься спариванием. И электробаз нужен, как раз он мальчик. Потом еще, если девочку найдем, будет вообще шпили. Потом Вилли будут, наверное, и у нас получится эликит, я надеюсь. Я просто схожу с ума. Ладно, нам нужно будет заменить Саблея, нам нужно будет заменить Райдона, нам нужно будет заменить Ариадуса и, в принципе, еще парочку уровней, 5 уровней рулету и 2 уровня Сколипеду, и мы заменим практически всю команду. Ух, подписчики, которые меня уже 10 серий или там полсезона просили словить Глейгора и сделать Глайскора сейчас просто в каком-то жутком месиве, то есть они на меня уже там, наверное, кричат, огрятся. То есть, Эдисон, вот ты придурок. В течение всего сезона не мог найти Глейгора, сейчас нашел и убил его. Ребят, я прошу прям огромнейшие извинения, то есть... Я не знал. Я вообще не знаю, что со мной сейчас творится. Я хотел нажать на инвентарь и выбрать покебол. Но я то ли загорелся, то ли, знаете, уже вот эта мышечная память, что когда мы качаемся на бишарпах, да, то есть автоматически. Вот, я даже не думаю, сразу нажимаю на биться удар, биться удар, биться удар, биться удар, и вот так мы качаемся. И походу у меня сейчас вот эти рефлексы сработали. Тренера рефлексы, да? И все, я убил Глейгора.
А вы прикиньте, если бы такое случилось не с Глейгером, а, например, там из Дратини. Если бы мы нашли Дратини, я бы ее случайно убил. Я бы умер от впечатления. Ребята, я вам даю слово. Вот сейчас просто запомните. Не нужно на меня кричать, не нужно на меня агриться. Я даю вам слово, то, что в следующей серии мы пойдем и будем задротить целую ночь где-то в горах до тех пор, пока мы не найдем Глейгера. И я вашу честь славлю ее, только чтобы доказать, вот, мол, паскуда, на, держи. В предыдущей серии ты нас затравил, но сейчас мы тебя словили. Я вам даю слово, что мы в следующей серии попытаемся, хотя бы попытаемся найти Глейгера и словить его. Если мы его найдем, и даже если он будет каким-то засранцем, что не захочет влезать в бол, то я вам даю слово, что я его словлю с мастерболом, если он откажет, если он окажется паскудой. Ребята, на этом мы заканчиваем. У меня просто нету слов, что можно сказать о этой серии. Просто скажу одно, это жопа, а не серия. Потому что столько троллей в этой серии нам попалось, что у меня просто нету желания их описывать. Ребята, на этом заканчиваем. Если это... Хотя бы вы меня, ребята, не подведите, а сделаете что-то, хотя бы один хороший момент в этой серии. Давайте наберем 500 лайков, чтобы утешить и меня, и успокоить, потому что я сейчас сойду с ума с этой серии. Ладно. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.